С вами я, сука, ебаный, и сегодня мы опять поиграем в кейсы, да. Сейчас вот у меня открыты кейсы, сейчас нам надо будет их открыть. Собственно, давайте откроем этот кейс, так, что тут есть. Неплохо, давайте его откроем же. Так, будем надеяться, что нам попадется нож. Хотя тут его нету. Да, тут что-то отстойное все. Так, да, сейчас я один играю, минус домой убежал. Так бы мы с ним еще поиграли. Наверное, в следующей части с ним поиграем. Так, фигня нам выпала. Так, что тут? Вот тут вот есть нож. Так, давайте его уже откроем. Тут что-то в окне моем взорвали. Не знаю, тут петарды постоянно взрывают. Так, а нифига, нет, тут ножа. Пулеметы одни. Ну-ка, чё же, опять. Нет, фиговая. Так, что тут у нас? Чёрт, что за... Эй, интересно нам рекламу смотреть эту домену. Так, ну да ладно. Все пропустим. Это не реклама, ребят. Я в эту игру не играю. Даже не знаю, что это за игра. Фигня какая-то. Так, наверное, вырубим сейчас Wi-Fi, чтобы нам ничего не мешали. Так. Все. То опять что-нибудь выставит. Блин, что за фигня? Так, наконец-то эта реклама закончилась. Сейчас мы заново будем открывать. Мы иди нахрен. Видим какой-то хрен. Давай, закрывай. Пипец. Наконец-то. Неужели? О! О-о-о-о! Все. Сейчас откроем. Что тут у нас? О, нифига себе. Так, тут нам должно что-то крутое попасться. Так. И что же попадется? Попадется, что же? Ух ты! Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Так. Так, где этот пестик? Пестик, где этот? Пестик, пестик. А, нет, стой. Окей. Так. Давайте же откроем следующее. Это давайте откроем вот это. Так, что же нам тут попадется? Что-то ножа еще ни в каких у нас не было. Что-то плохо. Так, ух ты ж. Так еще ни разу не попадалось мне. Так. Окей, давайте теперь этот откроем. Так что же тут? Может, нож все-таки попадется? Нет. Ух ты, винточка какая. Так, так, что же? Нет. Были у меня такие. Были. Так, и что дальше? Так, какое открытие? Так что тут у нас? Так, синенький, давайте откроем. Блин, проехали опять. Фигня какая-то. Ой-ой, что там было? Фигня какая-то попадается. И давайте зелененький откроем еще. Да, все. Так, ну, пожалуйста, может, тут нож попадется? Нет, даже тут ножа нету. Что за фигня? О, не-не-не-не, ё-моё! Прошли нож, это вообще фейл. Ой, фигня. Так, что тут у нас? Собственно, ничего не поменялось. Да, скоро я тебе рухи буду продавать. Их до хрена уже.
у нас еще есть. Такс. Такс, вот такая нам попалась херня. Такс. Что же еще у нас есть? Так, ничего, что там в апгрейдес? Такс. Угу. Ну, в принципе, на эту накопить. Так, чё? О, можно открыть. Давайте откроем. Угу. Понятно. Так, давайте еще что ли один откроем. Какое-то короткое видео немного получилось. Текст. Нифига, сколько монеток падает. Не знаю, может, сегодня еще какое-нибудь видео запишу. Может, Майнкрафт, потом еще поиграем с минусом. Так, мне вот этот больше всего нравится, так что давайте откроем его. Давай-ка. Лучше бы мне нож выпал. Вот это было бы вообще супер. Водяной пистолетик. Или ледяной хоть бы был бы. Ох ты ж, ёшкин кот. Ну, блин, опять фигня какая-то. Чёрт. Ну, фигово. Угу, фигово, ребят, фигово. Так, давайте еще тут откроем и, наверное, будем заканчивать. И тут еще последний откроем, тогда все. Двумя пальцами буду. Все, давайте открывать. И что же у нас здесь будет? А что же у нас здесь будет? Не синенькая. Больно. Так. Давай. Так, теперь давайте же откроем эту синенькую. Минус утверждал, что она хорошая. Так что давайте последуем словам минуса, может, нам ножку попадется. Так, все, открываем. Ну, что тут попадется? Давай-ка что-нибудь крутое вообще. Ну-ка. Лис. Вот сука. Блин, вот жалко, та не попалась. Ты отстой нам опять какой-то попался. Пец. Неудача. Это минус, наверное, все там хрюкает. Наверное, накаркал. Сидит, небось, дома такой. Что-нибудь там колдует, чтобы у нас ничего не получилось. Ну да ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, сука. Сегодня у нас было открытие кейсов. Уже второй выпуск. Так что всем спасибо и всем пока!